Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня я вам, наконец-таки, мне дошли руки, чтобы показать вам то, что я заказала из магазина Cor de Rochelle очень давно. И очень давно уже получила, и даже пользовалась этим уже, так что первое, что я очень долго ждала, это... Кожаное кордео, точнее оно из искусственной кожи, эко-кожа. И я ждала, что оно будет больше, но оно вот такое вот малюсенькое, ну то есть достаточно тонкое и вот по диаметру очень маленькое, но на лошади оно нормальное. Я думала, даже будет мало Оскару, потому что у него такая шея жирная, но оно ему хорошо, даже с запасом, так что следующий идет сайдпул. В принципе, я заказала это всего сайдпул и два кордео, то есть одно кордео в тонк сайдпул, а другое фиолетовое вот это. Вот, в общем, сайдпул, это хелтер сайдпул, то есть он не затягивается вот здесь снизу, как у меня Bridal есть. Он зеленый с коричневым. Я купила Helter Side Pull, потому что у меня еще не было такого Side Pull, и я хотела попробовать его. Его можно использовать как недоуздок, но у него здесь есть колечки для повода. И к нему вот идет такой повод из очень плотной веревки, гораздо плотнее, чем на оранжевом Side Pull, и гораздо потолще, чем на желтом Side Pull. Вот этот повод мне нравится больше всех. Кордео вот у меня вот такое. С вот такой вот кисточкой. И тут вот такая вот ручка выполнена из шнурика с этим, с люрексом. Поэтому очень красивенько. Кисточка из шерстяных ниток. Все это я уже попробовала на своих лошадях, померила. Ну, кроме вот этого кордео, вот это вообще не меренное ни на кого. И еще раз повторюсь, я покупала все в магазине Cor de Rochelle. Ссылка в описании. Переходите там, покупайте там все для того, чтобы заниматься мягкими методами. Ну, с вами была я, Ксения Кузнецова. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока!